Евгений Кулемесин, город Артем. Ну что, вот сразу со старта «Факел» ринулся вперед. И уже второй подряд штрафной, навес в штрафную. Но пока ничем не заканчивается. Ибрагим Катинавасов тоже знаком болельщикам. Хороший прорыв! Гол! И да! Хороший прорыв! 1-0! Который совсем недавно оказался на газоне. Очень аккуратным, бильярдным, я бы сказал, ударом отправляет мяч в ворота. Яковлев. Что придумает? Ну, ждет. Матрахов, удар! И свою игру, свои моменты. Футболисты из Воронежа. Подача. Катинавасов с мячом. Сам Катинавасов, но... Пауза! Поправили статистику. Против четырех забитых всего четыре мяча забил «Факел» в 12 матчах. Но без нарушения. Очень хорошо и аккуратно играет защита островного коллектива. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Но судья-арбитр не зафиксировал какого-то нарушения. И Данил Сливко. Не находится он штрафной. Но, естественно, повыше игроки. И Юрий Коломыц. Ну, знаешь, я все-таки не соглашусь. Мое мнение, что...